В Российском православном университете в Москве открываются краткосрочные курсы подготовки православных экскурсоводов. Это первый совместный проект образовательного учреждения Русской Православной Церкви и паломнического центра Московского Патриархата. С подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева. В последние годы религиозный туризм и паломнические поездки к христианским святыням стали чрезвычайно популярны. Люди едут не только полюбоваться красотой храмов и монастырей России и заморских стран. В местах особой духовной святости и благодати они хотят получить поддержку чтимых святых в решении житейских проблем, заступничество в скорбях и болезнях, помощь в поиске истины. Сопровождать такие группы должны воцерковленные экскурсоводы, а их сегодня можно по пальцам пересчитать. Мы испытываем очень большую нехватку специалистов, которые могли бы обеспечить профессионально и квалифицированные рассказы, сопровождать группы, которые мы направляем. Нужны экскурсоводы не только русскоязычные, но и для людей, которые приезжают из-за границы. Паломнический центр Московского Патриархата, являющийся единственным официальным туроператором Русской Православной Церкви, обратился в Российский Православный Университет с предложением организовать совместный пилотный проект – краткосрочные курсы подготовки православных экскурсоводов. Экскурсоводов будут готовить по двухмодульной программе. Первый модуль – теоретический. Это лекции по богословским дисциплинам, истории церкви, Ветхий и Новый Завет, житие святых, психология. Вторая часть курса – практическая, на которой будут обучать работе с православными туристами. Обучение продлится 2 месяца и будет стоить слушателю 12 тысяч рублей. Сейчас идет набор студентов. Заявки на программу обучения в основном подают люди среднего возраста – 30-40 лет. Преимущественно экономисты, юристы и педагоги. Зачисление пройдет только после собеседования, которое выявит психологические качества будущих экскурсоводов. По окончании программы выдается документ установленного образца. Лучшие слушатели получат предложение о сотрудничестве с паломническим центром Московского Патриархата. Мы удачно совмещаем в рамках такого образовательного проекта и потенциал деятельности практической, которая сегодня имеется, и наработки, имеющиеся сегодня в центре паломнического Московского Патриархата, и имеющиеся сегодня у нашего вуза образовательные потенциалы, которые развиваются сегодня по разным направлениям. Это и исторические исследования, это и теология, это и религиоведение, это и христианская этика, и эстетика, это культурология. Все в совокупности представляет собой случай объединения усилий по созданию цельного вопроса по подготовке и переподготовке специалистов в области туризма и паломничества, возможность предоставить хорошие знания всем обучающимся. Маршруты образовательных экскурсий для слушателей курсов будут проходить через столичные объекты православной архитектуры, в том числе Высокопетровский, Данилов и Симонов монастыри. Также будут разработаны отдельные модули, посвященные святыням России, Греции и Византии, духовным центрам Европы. Первые лекции для сформированных групп начнутся 15 октября.